Отойди, блядь! Отойди! Не трогайте! Он же порвал ребра! 12:58, бортовой. Что делать? Что происходит? Что делать? Все, давай нормально. Что делать? Нормально. Нормально. Что делать? Выйди с машины. Выйди с машины. Не буду. На каких основаниях? Выйди с машины. Что делать? Нормально поговорим. Нида, ты мне для куртку порвал. Все, помоги. А чем я с тобой буду говорить? Что ты делаешь? Бери. Да что вы делаете? Да не смейте его трогать! Мне после операции! О! Зачем вы его трогаете? Он же вам еще с дороги уйдите! С дороги уйдите! Бежать! Бежать! Катя! Капюшон, капюшон подними! Хорошо! С дороги! Отойдите с дороги! Не могу. Я после операции. Встань, пожалуйста. Хорошо. Не буду. Встань. Где вам отчитаться? Встань, я после операции. Хорошо. Хорошо. Встань. В сторону. Встань, я после операции. Все. Да встань. Да встань. Люди, когда? Да убери руку! Отойди от меня! Ребята, спешно оперативно! А вы не хотите машину опечатать, закрыть? Что вы это оставляете? Вы на меня наехали! Тихо, тихо! Вы на меня наехали! Автомобили в своей шоке. Это моя машина. Это моя хозяйка. Видео показать? Я не вижу. Слушай, он закрутил. Вы на меня доехал, блядь! Значит, у вас не нашлось слов говорить человеку, делать то, что вы хотели, понимаете? Ну, а вот его беременна, сколько раз тебе еще сказать? И защищаю, и обвиняю, но вас не хватило слов. Вас не хватает слов. Я не могу его закрыть.